Вот, смотрите, это Только не украинский блогер. перебивай меня, пожалуйста. Давай-ка, Будешь ну-ка, перебивать, рассказывай. сразу Давай, я нафиг тебя на всю даже переключу. вытешу вот так вот. Начинай ныть. Поехали. Ты ныть хочешь? Не, хочу это, посмотреть, как ты будешь висеть вот так вот. Повешенный. Ну, помечтай, помечтай. Ну хорошо, ладно, помечтаю. А ты что, не будешь ныть, как у вас там Харьков весь рушится, а то идет, кондиционеры взрываются, ничего не такого не происходит? А ты знаешь, есть обстрелы кварталов. Вот только не перебивать меня, переключу нахрен. Смотри, после того, как ваши штурмовые группы, как ваши бронегруппы попробовали заехать в Харьков и были уничтожены, Печалька. ваши вооруженные силы, ваши преступники стали просто обстреливать и какие-то цели на территории Харькова, и жилые кварталы в том числе. А как в Мелитополе почему не стреляют? Подожди, при чем тут Мелитополь? Я Ну тебе это что же Украина? рассказываю, я ж не знаю, что это в Мелитополе, я там не был. Ага. Я нахожусь сейчас в городе Харьков. И я ж говорю, что после того, как были уничтожены ваши бронегруппы, Ага. которые на достаточно высокой скорости заезжали, Так. сначала с танками, бронетранспортерами, Да, ну, потом теперь просто на близок-то нет. бронеавтомобилях. Ну, дальше, Вот, дальше. смотри, например, вот на Вы только не показывай свои вот эти смотри, зубы, смотри, свои это когти. Ну, блин, ваша. вот это Это мне... РПГ-30 Крюк. Ты ближе к теме, ближе к Это теме. РПГ-30 Крюк, Я говорю, ближе к гранатометчик. теме. Подожди, не А перебивай что меня, я подождать? Я тебе говорю, рассказываю. ближе к теме. Лучше расскажи Гранатометчик был про то, что уничтожен разрушено. из Вот это все интересно. штурмовой группы вашей. Гранатометчик был уничтожен. Так, ты его это сделал, наверное. Нет, не я, это Слава сделали Богу, наши слава Богу. военнослужащие. Ну, а потом ты что? А потом ты А удивляешься, я, что да, такой-то прямо был. с поля боя забрал этот гранатомет. Это же Ну, я понял. А теперь ты замечательно. удивляешься, если вдруг прилетит что-то к тебе. У тебя что, галлюцинации? Я разве Нет. чему-то удивлялся? Ты же говоришь, что, короче, вы зашли, вы там Я же всех говорю, после победили, того, потом начали вас ты обстреливать. Ну, так а что чувствуешь ты хочешь тогда? логику чувствуешь? Я же говорю, после того, Ну. как ваши группы были уничтожены, ваших военнослужащих, А можно видео? вы стали Видео глянуть можно? видео глянуть можно. Можно, Ну. могу фотографии показать, но Не, не о видео. Там ты говоришь, бомбят еще. Я, например, слышал, что вы там сами себя со взрываете. смартфона Слышь, это что говорю? Что вы да-да-да, это сами вы себя можете все взрываете. что Слышал угодно такой прикол? рассказывать. Это вы можете все что угодно рассказывать. Не-не-не, Так так вот, вы я сами же могу. себя, Давай я тебе сами со себя. смартфона, Да давай я подожди, тебе видео. покажу. Не Я тебе видео перебивай сейчас меня. покажу, как вы сами себя обстреливаете. Да ты Хочешь? можешь все что угодно показать. А, так а что Смотри. тогда ты решил, что то есть мы должны поверить тебе, что ли? Нам Подожди, Харьков но боя не это же жалко, что я ли? же, ты же можешь показать не свое видео, не свои А фото, какое? Свое. а я могу показать фото и видео, которые сделал лично я. Что ты сделал? Как конкретно? Ну Покажи. как, я Что? же говорю, что я сам был на линии обороны. Так. Вот. Я тебе вот это именно ваш российский гранатомет. Так, и что? Называется РПГ-30 Крюк. Ну дальше что? Смысл Конкретно какой? вот этот, ну не Когда Сережа говорит, перебивай что меня, ты ну нам чего знаешь, ты что ты расскажи. перебиваешь опять? Не-не-не. И Просто лично конкретный смысл. Ты хочешь сказать, я что вы, короче, держите делал крепко или что? фотографии. Они видно, что это фотографий много. В том Ты скажи числе и честно, ты одного слышишь? того же Ты слышишь меня? танка. Погоди, ты слышишь, честно скажи? Тебе страшно? Это ты ссышь. Я вообще живу в Москве. Может, Ну а, вот, вы же уже в видишь, Москве, уже видишь. через 2 часа Поэтому будете. Я понял. ни одного Не, ну скажи, своего страшно тебе? видео. Страшно тебе? Секунду. Своего видео. Я Это ты говорю, тебе секунд. страшно? Это ты Тебе страшно? секунд. Это А ты что ты сейчас не секунд. там, ты говоришь, не на обороне какой-то, если там все рушится? Надо, может, людей там завалов? Или ты ж харьковчанин? Харьковчанин. Так давай беги, а Я что ты тебе мне это? рассказываю, чем я сейчас Так мы не занимаюсь. поверим тебе, ты понимаешь, ты Я врут. Ты знаю, что ты рассказываешь, не что вы всех поверишь, потому что пожгли. ты Смотри, вы секунд. всех Ты пожгли, а ты секунд. сидишь дома. Как тогда получается? А кто тогда вам тогда рушит? Если вы всех пожгли, значит, вас не Ну, стреляют. Либо у вас кондиционеры у вас кто-то взрываются, ж и все. должен вам Спасибо, не делать сердешься с системы для того, чтобы вас кондиционеры. уничтожать. Но как вы нас уничтожаете? Ну Ну, где? как? У Ну, вас там уже например, 10 тысяч человек погибло. 10 тысяч человек. разное же оружие для 10 уничтожения тысяч вас. человек у вас уже Смотри, погибло. вот Уже 10 тысяч у человек. меня в руках
А у нас 480. Вот 480. Представь, какое соотношение. 480 и 10 тысяч. Ну так это же среди... А теперь, подожди, перебиваешь меня. От всего Харькова. Да. Это по, ваш, да. по вашим же да. официальным данным. А по каким? Вашим надо верить. У вас вообще не считают. У вас ваши официальные данные, вот, послушай, вы не можно верить? Своих. Так вы своих-то не считаете. А, детей как? Уничтоженных, какие женщин, детей? Мирного Донецкие? Населения, Донецкие, стариков. Которые? Аллея ангелов, да, вот это ты да, про это? Да, да. Горловки, у нас в Харькове, ангелов, да? в Харькове жилые дома. У вас еще нету. Уничтоженные вашими налетами и авиацией. Нет, это вы сами. А, вы авиацией. Сами, конкретно. Крылатой ракетой. Ну, крылатой ракетой. Это же мы сами. Точка я забыл. У, точка У. И все точка хорошо. У. А почему на видео я там знаю, крылатая ракета? Бомбите. Потому что вы бомбите. Животные. Тупые это наркоманы. Вы животные. Ну ладно. Вы наркоманы просто, смотри. Все. Интересный вопрос есть вы у тебя? Просто наркоманы. Или переключу. Что-что? Я понял. Интересный вопрос будет или переключу? Конечно, я дальше хочу, чтобы ты еще что-нибудь прибрехивал. Я же специально тебе, вот у тебя сейчас шанс, чтобы тебя хотя бы узнали. Так-то тебя никто не знает, а так будут знать. Что вот эта украинская тварь, тупая, просто дурачок. Он вообще на дурдоме просидел все время. Потом вот это куда-то подписался, он делал там взрывчатки, учил людей взрывать. Поэтому, друзья, если кто попадется, вот эта гнида, можете вешать, вот честно говорю, сразу. Потому что он там учит людей, типа, как взрывать, чтобы больно было. Правильно же? Именно. Называется вот. Жар-птица, а по-нашему чаревный птах. О, прикинь, обезьяна. И полк Азов, не перебивай меня, я сейчас чтобы я не выключал тебе звук, ты меня переключишь вообще. Смотри, полк Азов прислали мне видео, как замечательно оккупантов накрыли, но не в Мариуполе, под Мелитополем. Не, в Мариуполе детей они взяли. Под Мелитополем, под Мелитополем, это ваши... Ты сказал про Мелитополь, ничего не знаешь. Под Мелитополем, я же говорю, что ничего не знаю, как там оборона шла. А вот под Мелитополем разведчики Азова, замечательно, чего ты перебиваешь меня? Да потому что ты сейчас несешь какую-то хрень. Давай по фактам. Где друзья, переноги где? Рассказываю вам, что обязательно здесь будет это видео. Ты сейчас прямо в эфире. Давай я тебя как-нибудь или выключу, или переключу, потому что ты меня перебиваешь. Офигеть, представьте, вот эта гнида вообще тупая, блин, его сейчас смотрит 8 человек, это такой, 8 тысяч человек, это такой успех, и он мне ставит условия. Это я вам говорю, вот украинская неблагодарность. Вот это вот российский военнослужащий. Ну-ка, который один? Приехал. Один? Нет, ну-ка, не давай. Один. А сколько, покажи. Вот, там же у вас за первый день 4000 человек. А вот смотри, замечательный какой беттер. Это МТЛБХ. Украинский. Российский, вот с российскими. Видно, да, 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 да. Зет нарисованный. Со всех сторон, а помню, это какая-то да. часть тут ваших. А вот замечательная визитка. А, кстати, я могу передать. Байрактар. Нет. Барханоев Ислам Амерханович был уничтожен. Телефон могу продиктовать его. 8-953-24-17-241. Барханоев Ислам. Вот его визиточка. Слушай, тут, короче, тебе прикол пришел. Да. Говорят, передай адрес свой, пожалуйста. Тут тоже из Харькова интересуется. Вот, где, кстати говоря, МТЛБ, да, а да. вот Зет. Да, Z мы уже на Z-ке почти насмотрелись. Послушай, обезьянка. А вот смотри, какой адрес, замечательный скажи, танк. Адрес, говорю, скажи. Тут интересуется харьковчанин. Смотри, какой замечательный танк. Да, блин, как он замечательно. Вот еще одна фотка. Блин, это просто... Еще. Жесть. Вот внутри этого танка. Это, кстати говоря, НЛОС работал. Да хоть что. Ты знаешь, нас как это замечательно работает? Вот эта так, башня этого танка. Немножечко, чтобы он вот говорил, но не он так громко. Замечательно друзья, как... Вот смотрите, вот это Укр, он думает, он сейчас будут картинки вот эти все с 14-го. Свои картинки. И мы, короче, из-под мы скажем, Харькова, Т-80 все, каток. Бегим, убегаем. Т-80 Укр, каток. Смотрите, что творят. Страшно. А вот какой замечательный кадр. А теперь смотрите, вопрос. Слушай... Мы сейчас испугались. Специально тебя не буду переключать. Убегают люди. Люди сейчас убегают. Представляешь, говорят, как страшно стало. Это хорошо. Скажи адрес, пожалуйста, где ты живешь. Харьковчане интересуются просто, куда зайти. Ну, как ты там... Ну, 18-й блокпост на выезде из города Харьков.
Ты там есть, выйди, покажи. Я там есть. Покажи, покажи, что, что? Ты там. Ты же балабол. Что? Ты это же ты балабол. Себе. Ты балабол, ты это дома ты себе. Балабол. Ну выйди, покажи, с окна хотя каким бы. Каким образом я тебе выйду, если у меня стационарный телефоном, компьютер? Блин, а с телефончика не судьба? Законнектиться. Что? Законнектиться никак? Нет, не коннекчусь никак, я. Нет. Телефон там никак, да? Тут сейчас интернет все понятно, что ты телефонный врешь. Очень плохо. Все не понятно. Буду, не буду. В общем, ты не давай скажешь, я покажу тебе фото, которое показывает, где это. Нет, где ты есть, это да? Выезд. Привязку свою. Вот, кстати говоря, нет, привязку нет. Вот смотри, какой ваш военнослужащий, как он раскинул тут свои комплектующие. Вот, вот еще один. Друзья, напишите, пожалуйста. Вот еще один. Страшно, нет? Ну-ка, напишите. Не страшно никому. Ах, блин, прикинь, не страшно. Вот, представляешь, такая сейчас, хрень. Вот так где тут видел. Надпись, а ну-ка, это давай. Харьков. Сейчас, секундочку. По-моему, возле Беттера. Сейчас. Вот. Вот выезд из Харькова. Харьковчане знают. Вот надпись Харьков. А ну-ка, переверни вот так. Сюда, к нам. А, ни хера не видно. Вот. Да. Это окружная Северная Салтовка, поселок Короче, Большая друзья, Даниловка. Он действительно из Харькова. Если что, в плен не брать. Он все равно дурачок. Его на дурку посадят опять. Он будет там сидеть и нифига его не осудят. Поэтому лучше его приделайте и все. Вот эти уже приехали приделаться. Как ты думаешь, сколько жизней надо будет положить, чтобы хотя бы один район города Харькова вашими штурмовыми группами попробовать взять? Я отвлекся немножко, взять. Ну-ка давай, что там еще? Так я думаю, сколько надо еще убить сколько ваших, чтобы еще вы, короче, надо покаялись? Убить сколько надо российских убить, чтобы военнослужащих? Вы покаялись за свои преступления? Сколько человек надо сколько еще российских военнослужащих надо уничтожить, чтобы попробовать приехать сколько ко мне? Сколько надо еще вас приделать? Пока только 10 тысяч. Сколько надо еще, чтобы вас среди исчезло? Них женщины, дети, да, старики, сколько должны потерять? Мирные. Мирные, да. Сколько должны исчезнуть еще? Не знаю, сколько от вас, уродов, еще мин прилетит. Бомб ну, я прилетит думаю, что мало. С мне кажется, судя по тому, как ты вот разговариваешь, мне кажется, маловато. Поэтому я тебе не верю, что вас там обстреливают. Ты смотри, ты листал фотки, ты говорил, дальше Харькова ты не был, а ты показываешь вообще там и леса, и трассы, и все остальное. А, у нас же в Харькове нет ни леса, ни трассы. В Харькове ничего не подожди, происходит. А на какой фотке поэтому, я лес значит, показывал? Ты зачем ты лжешь? Естественно, у вас там может слушай, быть подожди. Там взорвалось. А зачем ты лжешь? А ты показываешь танки, что я показывал какие-то леса. Вообще где я лес показывал? Из Харькова. Где поэтому я лес показывал? Прокатывают. И я считаю по твоей роже, что все хорошо. Я считаю, что украинские СМИ врут. Отлично. Ничего у вас не происходит. Отлично. Потому что ты живое этому доказательство. Отлично. Что все хорошо, можно насыпать дальше. Отлично. Все. Слова настоящего россиянина. О! Замечательно. Ау. Это я не с тобой общался. Если... Есть что-то по делу? Говори, потому что я сейчас переключу тебя. Глазами